Выращиваем рассаду огурцов. Простой и эффективный способ. Способов выращивания рассады огурцов много. Кажется, я рассказала вам уже о всех, но у каждого огородника всегда в запасе есть что-то новенькое. Сегодня расскажу еще об одном очень простом и интересном. Надеюсь, он вам понравится. Выращивая рассаду таким способом, можно обеспечить мощное развитие корневой системы. У меня два ранних гибрида – конни и майский. Оба они женского типа цветения, то есть самоопыляемые. Выращивать их можно как в теплице, так и в открытом грунте. Подходят они для салатов и консервирования. В небольшие прозрачные стаканчики насыпаю немного грунта. Проливаю его для обеззараживания раствором фитоспорина и выкладываю семена. Их можно положить на бок или заглубить в почву тупым концом. Глубина заделки семян 1 см. Убираю стаканчик в теплое место. Поддерживаю влажность грунта. Когда развернутся семидольные листочки, переставляю ближе к свету. Несмотря на это, сеянцы быстро растут и вытягиваются. Как только листочки дорастут до края стаканчика, засыпаю легкой плодородной земли и поливаю. Благодаря этому образуются дополнительные корни. Такая развитая корневая система будет хорошо питать растения, не даст ему вытянуться, а при пересадке рассада хорошо приживается. Выращивайте рассаду огурцов разными способами, и вы всегда будете с урожаем. Удачи вам и хороших урожаев!